что-то ищет. Нужно выкачать из нее все данные. Всех целей одинаковая ДНК? Это один человек. Но как? Так, я сбит с толку. Надо разобраться. Нужен еще дрон. Помогут мне разобраться. Нужно избавиться от этих птичек. Поджарился!
выгребли бы все, что есть! Вроде это все. Сигнал? Спутники обрабатывают полученные от дронов данные на каком-то центральном узле. Если взломать ретранслятор, может, я узнаю координаты цели? И уши по всему городу. Давай! Вроде получилось. Цель подтверждена. Охотники на угол 67 и Лексингтон. О, нет! Я привел охотников прямо к ним. Надо туда добраться. Они уже здесь! Человек, помоги! Зовите его! Вы все тоже купаться? Я так и думал! Смотри! Уходи! У него паутина! Смотри внутри. Эй! Сергей, сколько лет, сколько зим. Как ты? Кто здесь? Располагайся как дома. На стойке тебя ждет Мартини. Меня спутали с Крейвеном? Теплый джин.
все, как ты любишь. Две оливки с цианидом? Так значит, решил воссоединиться в Нью-Йорке. Давай поиграем в прятки, как в старые времена. Меня не видно. Запрограммированная запись с эффектом движения. Партия не окончена. Плохой ход. Шах и мат. Ты нашел мой секрет, но кто скрывается в нем? Дурак ты, Сергей. Это Викунья. Она намного удобнее твоего шелудивого льва. Да ладно. Старая маска Пита. Стоп. Это что, квартира хамелеона? Я думал, он уже давно сидит в тюрьме. Уезжая из Волгограда, я думал, что у меня больше никогда не будет дома. Но здесь я счастлив. Похоже, он освоил новые трюки. Вот эта техника. Дрон Крейвена запечатлел его в процессе трансформации. Я знал, что с целью Крейвена что-то не так. Еще проход. Строительные планы, записи охотников. Хамелеон и за Крейвеном следил. Это список пропавших людей. Значит, еще до моего рождения. Что хамелеон с ними сделал? В детстве я делился с тобой всем, а ты делал вид, что мы чужие. Я тобой восхищался, а ты меня ненавидел. Но хватит. Я устал быть жертвой. Я тебя еще увижу, брат, а вот ты меня не увидишь. Надо выбираться! Не волнуйся, брат. Я сделаю то, что не смог ты. Крейвен и Хамелеон, братья? Тогда теперь ему переживать не о чем. Надо постараться найти Хамелеона. Пит будет не рад узнать, что он на свободе.
Обещаю, вас это захватит! Спасите меня, Спак! Оставайтесь на месте! Я вас найду! Да, снаружи ты, может, и герой! Но тут ты, злодей! Ты удивишься, но для кого-то я злодей, независимо от того, где я! Значит, слушай свое сомнение. Ну ладно. Что это было? Хочешь выжить? Тогда придется справиться со мной. Надо найти фальшивого Мистерио. Теперь займусь остальными! Ничто не угрожает. Успокойтесь. На конфискованном грузовике был телефонный номер старого образца. Гарлем 7-4321. На том, который ушел, был такой же? Да. Но не пойму, к чему-то это. Старые грузовики очень загрязняли воздух. На них не было конвертеров. Мы запустили их снятие с эксплуатации. Поэтому здесь таких осталось очень мало. Если бы только был способ их отследить. У меня есть идея.
Молодец, ма. Теперь за дело. Если ма права, возможно, от грузовиков остались следы. Эй, Майлз, я слышал, что в музее будет вечер. Ага, если я найду пропавшие экспонаты. Не бывал на таких мероприятиях. Хочешь пойти? Думал, не предложишь. В чем пойти? Там на черном? Бро, не отвлекай! Ясно. Удачи. Как у них рука поднялась. Мне так нравилась идея этой выставки, да и всего музея. Послушайте, я оказался в незавидном положении. Вы знаете, как я сильно забочусь о сбережении нашего культурного наследия. Знаю. И потому надеюсь, что вы не прекратите поддержку. Так, посмотрим, не оставили ли эти грузовики что-нибудь. Здесь Человек-паук. Ну что, есть новости? Есть зацепки. Я расскажу. Ну, сейчас у меня дела, но ты знаешь о моих чувствах. Для меня главное любой ценой сохранить историю. Кажется, это мог оставить древний грузовик грабителей. Фу, серная вонь. Явно от старого двигателя. Можно ли изолировать еще? Чтобы определить вещество, нужно избавиться от примесей. Человек-паук, мы знаем, ты нам помогаешь. Так держать. Спасибо. Упс, не убирать анкерные узлы. Попробуем снова. Лучше не уничтожать анкерные узлы. Посмотрим. Есть! Ароматический углеводород. Он бы не прошел через конвертер.
Ма, ты права. Грузовик такой старый, что оставил уникальный след. Фантастика. Отследишь его? Я уже иду. Теперь есть надежда, что мы и правда все найдем. Проведем вечер и спасем музей. Эй-эй-эй, не торопи события. Ну да, понимаю. Ладно, будь осторожен и держи меня в курсе. Простите, не расслышал. В общем, мы привезли все, что было. Остальное вывалилось из кузова. Да, вернитесь и подберите! Я понимаю, сэр. Мы постараемся его найти. Что я говорил? Он хочет нас кинуть. Нет, он заплатит, когда ставим саксофон. Я и ставлю саксофон. Знаешь, куда доставлю? Заткнись, придурок. У него куча бабла. Надо только ему подыграть. Зря ты засветился! Сдавайся! Так, вот и все. Откроем грузовик и вернем остальные экспонаты. Пусто? Наверное, они уже отдали все своему боссу. И все пути ведут к тому парню. Как будто телефон. Так, значит, они еще что-то ищут. Я нашел второй грузовик, но в нем пусто. О, нет. Но они потеряли один из предметов. Саксофон Чарли Паркера. О, Майлз, тебе нужно в Си-Джей Уокер Парк. Ладно, зачем? Одна из стажерок слышала, как кто-то говорил о найденном саксофоне. Я ей сперва не поверила. Она... Да еще, болтушка. Ну, если это тот, что они потеряли, их главарь очень хочет его отыскать. Еще бы. Чарли Паркер – легенда. Так что этот саксофон бесценен. С кем мне поговорить в парке? Имени не знаю. Вроде о нем упоминал какой-то трубач. Трубач, ясно. Спасибо, Миа Ранита. Расскажи потом. Люблю тебя. В таком виде искать будет проблематично. Где бы переодеться? Так. И где этот трубач? Здесь куда лучше, чем было, когда тут заправлял Фиск и его люди. Стеф, привет! Ты здесь с Глорией? Не, она на работе. Я только пришел. Я ищу тут трубача. Он тебе не попадался? Да, Тео как раз сейчас выступает. Тео трубач? Угу. По-моему, он был у дальних ворот. О, спасибо, Стеф. Передавай привет Глории.
Всем спасибо. Привет, Человек-паук. Привет, Майлз. Тео! Здорово звучало. Не знал, что ты играешь на трубе. Ну так, немножко. Я как раз хотел тебе позвонить. Я сегодня заходил в музыкальный магазин, и при мне какие-то ребятишки принесли саксофон, найденный на улице. Вот я и подумал, может, это тот самый из музея. Не хочу подставлять парней, они же не знали, к кому обратиться. Да, ребята ни при чем. Ты про тот магазин на кафедрал? Ага, поговори с Юджином. Спасибо, туда и направляюсь. А играешь ты зачетно. Ма, саксофон нашелся. Я сейчас за ним заскочу. Матерь Божья, Анжела вздохнет с облегчением. Это спасет музей. Ты знала, что Тео играет на трубе? И здорово играет! Много людей пришло его послушать. Весь парк отплясывал. Вот потому этот музей так и важен. Музыка объединяет людей и обогащает культуру. Это говорит моя мама или советник Моралес? Обе. Береги себя, Миха. Ой-ой, случилась беда. Эй, Человек-паук, я хотела отправить тебе заявку. Что тут случилось? Тут какие-то жуткие типы уволокли Юджина. Явно незаконно. В ту сторону. Спасибо, я понял. Нужно поискать зацепки. Похоже, Юджина утащили туда. Не понимаю, о чем вы? Давай же, просто скажи, где он. Не надо все... Эй, народ! Хотите научиться играть? Есть способы получше. Это паук, бей его! А, черт! Вот остальные тут. Ты как? Пара синяков — это ничего. Главное, ключи у меня. Вот, держи. Открывай багажник. Саксофон Чарли Паркера. Это настоящее сокровище. Я собирался везти его в музей, и тут вломились эти парни. На нем он записал свой шедевр. Орнитологию. 46-й год. Нравится птаха? Папе нравился. Я в старой музыке не разбираюсь. Старый. Когда современные МС делают сбивку, ломают ритм, смещают акцент на слабую долю. Это же бибоп. В следующий раз я прислушаюсь. Я сейчас же верну его в музей. А потом буду звонить в страховую. Хорошо, спасибо. Вот бы влезть в этот телефон. По нему они связывались со своим главарем. Да, все равно, что в качестве пароля писать слово «пароль».
Посмотрим. Всего лишь ночная встреча с преступным боссом. Подумаешь. Кто это? Пора разобраться с их главарем и найти остальные экспонаты. Пока никого нет. Я подожду, пока тусовка не начнется. Ты не заплатил нам за предыдущую партию. Я расплачусь, когда получу все предметы. Где он? Ты о чем? Луис сказал, вы привезете саксофон. Луис сказал? Луиса повязали копы. Где он возьмет саксофон? Вы назначили встречу! Нет, не мы. Так где наши деньги? Где саксофон? Даррен? Тот крупный спонсор из музея? Надо накрыть эту сходку и потолковать с ним. Нужно разобраться, пока они никому не навредили. Нам надоело, что ты нам не платишь. А ну давай, плати! Пора выразить тебе наши чувства. Кулаками! А, эй, подождите! Нам вообще нельзя было тебе верить. И чего ты сюда приперся? Если не заплатишь, мы заберем все обратно. Стоп, давайте поговорим. Мы не болтаем, а делаем.
Наша очередь устроить шоу. У тебя столько денег. Не пора делиться? Что-то слышал. Все чисто. Грустно быть тобой. Все только сон. Так, значит, не покажу. Это же человек! Он еще в пути! Эй, Человек-паук, помоги! Мне надо вернуть в музей украденные экспонаты! Неправда! Я объясню! Объяснять придется очень долго! Еще не понял, что проиграл! Это все. Докопаемся до истины с Дарреном. Спасибо, Человек-паук. Заверяю тебя, я могу все объяснить. Звучит крайне сомнительно. Посмотрим, что на это скажет советник Моралес. Леон приехал! Сейчас мы размажем паука! Даррен, прячьтесь! Даррен? Издеваетесь? Он же был тут! Но есть его номер. Он здесь, рядом. За Дарреном увязались бандиты. Ну еще бы! Им нужны деньги. Кто это? Луи, это ты? Даррен, остановись! Человек-паук? Можешь остановить этих бандитов? Ты не пытался вернуть экспонаты? Ведь именно ты и стоял за этим ограблением. Я забочусь об этих экспонатах. Ты притворялся, что заботишься о них, а затем взял и украл. Это общественное наследие. Это история моей семьи. Тебе этого все равно не понять. Мне кажется, это не я не понимаю. Сначала надо убрать этих бандитов. Пора с этим кончать. Им всем место в тюрьме. И Даррену тоже. Почти! Нарываешься! Полиция уже в пути. Нужно догнать Даррена. Ты еще здесь? Послушай, мой отец был одним из самых успешных продюсеров в истории. Он работал с половиной музыкантов из этого музея. Я рад за него! А теперь остановись и скажи, где остальные экспонаты!
мне дар. Что за... Хорошо, что я не перепутал педали. Надо бы мне все-таки сдать на права. Так, я правильно понял? Все эти разговоры про поддержку музея, все эти расспросы про охрану, про систему безопасности. Вы просто планировали кражу коллекции? Но моя семья... Нет. Я верю, что музыку-то вы любите. Но эти вещи принадлежат не вам, а всему нашему сообществу. Идемте, сэр. Вы арестованы. Этот вечер не состоялся бы без нашего замечательного куратора Анжелы, а также всей общины. То, как мы действовали сообща, чтобы вернуть экспонаты, просто поражает. Ну да, ну да. Спасибо вам всем, что спасли музей. И спасибо тебе. У бабушки была книга о ней. Надо поискать дома. В ходе выборов Рио обещала помогать Айдому. И я бы сказала... Привет! Ну, все получилось. Выставка огонь! И мне столько всякой музыки хочется послушать. Вот. Вдохновляет, скажи. Давай завтра утром пересечемся, и я изложу свои новые идеи. Давай. А я пока тут похожу. Да, классные у него биты. Надо послушать еще. Она была еще и секретным агентом-антифашистом? Жозефина Бейкер, ты крута! Когда-нибудь я тоже смогу этого достичь. Здорово здесь, правда? Стыдно признаться, я тут раньше не бывал. Но после ограбления подумал, что это я? Надо сходить глянуть. Говорят, этот парень убедил себя, что все это добро его собственность. Да уж, и в чем только люди себя не убеждают. Говорят, ты помог найти пропавший саксофон. Да! Прикоснулся к легенде. Таха с ним мог творить чудеса. Мой отец фанател от Чарли Паркера. Он был бы счастлив, что саксофон здесь радует глаз. И напоминает людям о прелести музыки. Музыка — это магия. Пожалуй, это одна из... Над Ленокс-авеню погасла заря. При бледном свете газового фонаря. Лениво качается в такт, лениво качается в такт. Классный текст. Искусство и музыка точно спасут мир. Мы тебя дожидались. Мама у тебя, это что-то с чем-то. Да, согласен. Нет, ты представляешь, притворялся спонсором и обчистил музей. Слава богу, это не сошло ему с рук. Да уж, этим вещам место здесь, а не в доме какого-то богача, где только он и будет их видеть. Привет, Майлз! Я хотел удостовериться, что саксофон на своем месте. Его удалось вернуть благодаря твоей наводке.
Да нет, это наш Человек-паук постарался. Настоящий, не кот. Ну, это общая заслуга. Своего паука тоже не забудьте почесать за ушком. А то. Люди успевали не только создавать музыку, но и спасать мир. Анжела, я Майлз, сын советника Моралес. Майлз, она только о тебе и говорит. Поздравляю с успехом. Я рад, что все получилось. Спасибо твоей маме и Человеку-пауку. Это два благодетеля нашего района. Значит, Бибоп дал музыкантам быть собой. Юджин был прав. В этом работа МС. Нужно будет прислушаться. Спасибо вам всем. Спасибо огромное. Анжела сказала, музей оформил рекордное число членских карт. Серьезно? Все будет хорошо. Без тебя я бы не справился. У меня предложение. Что, если в следующий раз я составлю тебе пару? Мне выдадут костюм? Ма! Что-нибудь с блестками? Ма, все, все. Хватит. Выбрось из головы. Лучше потанцуем. Научи меня совсем.